Ребята, всем привет! Также приветствую всех зрителей своего канала. По многочисленным просьбам своей аудитории, по просьбам в комментариях, я, в общем, решил выйти в лес. Нашел немного времени на это и хочу вам снять полноценный ролик. Ну, скажем так, небольшой обзор землянки зимой. С погодой сегодня норм, погода стабильная. Сейчас минус 14, но к ночи обещают до минус 17. Снега очень много, навалило прям капитально. Идти тяжеловато, иду уже где-то полтора часа примерно. Взял с собой лопату, чтобы почистить снег с землянки. Наверняка там навалило целый слой. В общем, ребят, давайте я сейчас доберусь до земляночки и покажу вам все полностью. Оставайтесь на канале, не переключайтесь. В общем, я чуть-чуть не подрасчитал со временем. В лесу уже темнеет, но не так еще пока, еще видно. Идти тяжеловато. Вот, в лесу много снега. Ну, благо то, что прошел дождь в декабре. И один слой замерз, то есть не проваливаешься до конца. Чуть-чуть облегчает дорогу. Ну вот я подхожу к землянке. Это здесь моя труба. Все в снегу. Здесь я вот чистил себе полянку. И здесь чистил. Вот все равно большой слой. Ну да ладно. Сейчас нужно будет откопать вход и пробраться внутрь. Одел налобный фонарь, сейчас пойду спускаться в земляночку. Ну что, ребят, пошли. Привет, землянка. Как ты тут? Вижу, все хорошо у тебя. Даже тепло. Можно с улицы зайти и погреться. Прям первые там 2-3 минуты тебя согреет атмосфера земляночная. Так, ну вижу, все нормально. Тут все на месте. Здесь все хорошо. Вытяжка на месте. Доски мои так и стоят. Вот тут я сушил дрова. Так. Подтеков всяких, протеков нету. Тишина. Следов от мышей тоже нету.
никаких какашек. Вот можете видеть, все ровно. Это меня радует, очень радует. Замочек, вентиляция. Кстати, надо сейчас почистить вентиляцию, открыть дымоход снаружи и почистить снег. Так, ну в общем, что, нужно располагаться и наводить уют. Взял с собой пауэрбанк, чтобы заряжать лампу, фонарики и все прочее. О, поярче. Чего гореть? Пойду открою дымоход и откопаю вентиляцию. Вот она. Опа. Вот это навалило. Все. Сейчас уберу веточки все, немного откопаем, чтобы снег таял и не затекал, чтобы малое количество таяло. Очистим. Так, почистим. Так, вентиляцию почистили. Дымоход откопал. Надо еще почистить снег. Сегодня хорошая луна. Че, печурка топится? Все нормуль. Надо почистить теперь снег тут. Расчистить площадку. Опа. Ну что, поедем?
почистил себе площадку вокруг землянки, тропинку тут такую. Теперь можно ходить смело. Вот, достаточно места для передвижения. Нужно зарядить фонарик, разрядился он у меня. С собой у меня еще есть маленький пауэрбанк. Универсальный. Можно подзарядить любой гаджет. Все, фонарик заряжается. Разогрел еды, заварил чай себе. Сейчас подкреплюсь и надо будет собираться в сторону дома. Хорошо. За милую душу уплел. Прям за один присест. Нормально. Покушал, отдохнул. Классно. На расслабончике. Отлично. О, хорошо. Хорошо. Пожалуй, прилягу, отдохну и буду собираться в сторону дома. Так что, ребят, с вами не прощаюсь. Буду снимать видосы по возможности. Всем удачи. До новых встреч. Поваляюсь и пойду.